Тим Парк, центр событий города Казани. Бомбардический. Хотя нет, так же, короче. Ну, то есть трамплин. Трамплин же, короче. Мне очень интересно. За первое место 3 наклейки. За второе 2. А за первое. А за третье 1. Бомбардисты – это сплошная неорганизованность. Привет, привет, привет! Это кафе «Стрим в парке». Сегодня очень мало участников, остальные, видимо, пьяные после пичища. Тусуем! Просто собаку прокачали.